Добрый день, я Искандер Абдуллин, уролог-онколог, руководитель Центра лечения заболеваний простаты Европейского медицинского центра. Сегодня мы поговорим о новом уникальном методе проведения диагностики онкологических заболеваний у мужчин – Fusion биопсии. Рак предстательной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Своевременное выявление и лечение рака простаты позволяет значительно снизить смертность от этого грозного заболевания. До последнего времени стандартом диагностики была слепая биопсия простаты, при которой из различных участков простаты забирались опухолевые ткани с последующей лабораторной диагностикой. Недостатком этой методики является то, что зачастую врач пропускает настоящему опасные очаги. Благодаря последним разработкам и внедрению совершенно новых гибридных технологий стало возможно взять биопсии предстательной железы из конкретных подозрительных областей. Это совершенно новая революционная методика, позволяющая вывести диагностику рака предстательной железы на совершенно новый уровень. Сущность методики заключается в совмещении, или по-английски фьюжене, двух видов диагностических методик МРТ и УЗИ, что позволяет совместить преимущества каждого из этих методик. Такая технология получила название фьюжен-биопсии. Остановимся подробнее на том, как проводится исследование. На первом этапе нужно пройти процедуру магниторезонансной томографии простаты, где врачом МРТ выявляются подозрительные очаги в предстательной железе, в том числе с оценкой косвенных признаков злокачественности каждого выявленного участка. Вторым этапом происходит совмещение МР-изображения с УЗИ, где методика УЗИ выступает подобно GPS-навигатору, который помогает добраться до искомого подозрительного участка. А с помощью специально разработанной машины и программного обеспечения, через которые данные МРТ исследования простаты синхронизируются с полученным звуковым изображением. Затем картина слияния УЗИ и МРТ позволяет получить трехмерное изображение простаты с четким изображением подозрительных участков. Третьим этапом выполняется прицельная биопсия из нужного участка, что в дальнейшем помогает детально оценить стадию и выраженность процесса, правильно и своевременно определить тактику ведения больного. Именно такое совмещение двух модальностей позволяет врачу-урологу дифференцировать подозрительные участки от нормальной ткани предстательной железы. Главными преимуществами фьюжн-биопсии перед стандартными биопсиями являются отсутствие госпитализации, биопсия выполняется под местной анестезией, точность диагностики рака предстательной железы. Фьюжн-биопсия позволяет избавить пациента от ненужных биопсий. Меньшее количество точек взятия образца ткани, что существенно снижает риски осложнений, связанные с проведением биопсии простаты. Выявление клинически значимых, агрессивных форм рака. Урологическая клиника EMC – одно из немногих мест в нашей стране, где можно пройти это высокоточное обследование на самом современном диагностическом оборудовании. Специалисты, проводящие это исследование, проходили обучение фьюжн-биопсии в США, Германии и Франции. Процедура действительно малоинвазивна, легко переносится. Нет необходимости искать экспертную клинику на Западе для проведения фьюжн-биопсии, поскольку у нас в клинике она может быть проведена на том же высоком профессиональном уровне. Доверяйте профессионалам. Здоровья вам!